Всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в игру по названием Penumbra Overture. Потише, потише. Воу. Сегодня мы продолжаем играть в эту замечательную хоррор-квест-игру. И... я знаю, куда нам надо идти. У нас есть листочек. И это не обыкновенный листочек, а волшебный. Так, давайте посмотрим, куда нам сейчас надо идти. Нам надо идти налево, потом вперед. Потом, подожди. Тихо. Я что-то запутался. Стой, стой, стой. А где это было? По-моему, это было в шахте 12, да? Тогда нам надо сейчас налево, вперед, налево, вперед. Да, идем. Песик! Пока, песик. Привет, песик. Пока, песик. А, ему на меня пофигу. А, нет, уже нет. Быстрей. Беги. А, надеюсь, я все делаю правильно. Ой, он прямо у меня за спиной. Воу-воу-воу, не пугай меня так. Валим. Да, это именно оно. Именно это место. Правда, с собачкой нам еще надо будет встретиться, но это не важно. А, мы здесь уже были в прошлой серии, как вы помните. Стул, что с тобой не так? Мы здесь уже были в прошлой серии. Вот. Нашли здесь комнату с ультрафиолетовой лампой, где все стены были исписаны... да. И сейчас нам надо подставить этот листок под ультрафиолетовую лампу. О! Ага, в ультрафиолетовых лучах я вижу, что на чистом листе бумаги что-то написано. Здесь написано пароль в хранилище 1371. 1371. Надо бы запомнить, хотя мы в любой момент можем это посмотреть у нас в инвентаре. Я иногда немного путаюсь в управлении, потому что скажу вам по секрету, что играю на новой клавиатуре. А что я? Я молчал. Так, идем дальше. Уи! Текси Шмекси, песик, ты где-то был здесь, да? Ну, я тебе советую убегать, потому что когда я знаю пароль от хранилища, меня уже ничто не остановит, даже твои острые-острые зубы. Так. Ну, в принципе, нам сейчас тупо вперед и на втором повороте направо. Вот первый поворот направо, вот второй поворот направо. Вот и все дела. Мы можем продвигаться дальше. Вот и все дела. Мы можем продвигаться дальше. Ну, настал момент истины. Сейчас закрой дверь, пожалуй. Оп. Оп. И... 1, 3, 7, 1. Да! Ну и куда? Да ты чё, гонишь, что ли? Да мы попали почти в то же самое место. Тут все такое же. А! Ужас, ужас. Нет. Пес, не смей. Пес, пес, он прям здесь стоит. Нормально вообще, нет? Пес, не смей ко мне подходить. Слушай, я же прошу тебя по-человечьи. А он, наверное, по-человечьи не понимает. Что? Я в плену за каменной стеной в северо-восточной части шахты. Как и в любой драме, в нашей не одна роль. Тебе придется сыграть ученого, смешивающего реактивы и отступника, готовящего взрыв. Во время поисков инструментов, с помощью которых ты сможешь освободить меня, возможно, ты наткнешься на место моей последней трапезы. Будь осторожен. Сверкающий твердый мокрый пол на самом деле не такой уж твердый. Бедный рыжий не был проглочен заживо. Два глупца, которые изобрели в мои владения, уже давно ушли. Хотя я догадываюсь, совсем не туда, откуда пришли. В тот день я как ворон набросился на человечину. Но рыжий клянется. Я начал трапезу только после того, как они созрели. Жизнь окончательно покинула их, и появился сладкий запах разложения. Ил. Так. Мы пример... еще один. Давай вот без этого. А, ну, окей.
Она стоит ко мне другой стороной. Так. Давайте сначала туда сходим. Там у нас озеро. Что? Какое еще озеро? Вы что, совсем надо мной издеваетесь, что ли? Это шутка? Какая... What the fuck? Здесь все места одинаковые. Хранилище химикатов. О, нам здесь еще предстоит побродить, да? Ой. Что-то я пса даже и не заметил. Скотина. Короче, ладно, побежали, куда глаза глядят. Пошел нафиг. Ему на меня пофигу. Ему на меня пофигу. Это хорошо. Быстрее, беги куда-нибудь. Резервуар. Ну, спасибо за информацию. Ой. Да, ёлки-палки. О, вот здесь выход есть какой-то. Ват. Эта дверь вела в пещеру. Какой смысл в двери, которая ведет в пещеры? Какой приятный звук, когда ходишь по мокрому снегу. Фэшн, фэшн, конечно. Они, это я внутри этого ящика и снаружи его. Я, это не укладывается у меня в голове. Молодец. Старый ангар, неизвестно, когда им пользовались последний раз. А как им можно пользоваться? Что в этом озере нет? О, я могу ходить по льду. Оу! Выглядит твердым, но здесь внизу все очень обманчиво. Пфф. То есть, знаете, такой стоишь, лед просто разрушился с диким треском. Перед тобой уже не лед, а озеро воды. И ты такой, выглядит твердым, но внизу здесь все очень обманчиво. Ужас. Ну нафиг. Так, тут тоже все ломается. А могу ли я... Могу! Ой, осторожно только. Так, зачем я сюда приперся-то? Ой, я там что-то вижу. Что это может быть? Так, осторожно. Тихо-тихо, я слышу, как он трещит. Воу-воу-воу! Ага, прыгай-прыгай. Это перчатка, современное высокотехнологическое оборудование. Здесь она не является продолжением чьей-нибудь руки. Не хватает сил. Ты уверен, что тебе сил не хватит? Может быть, я могу... Разожми ей пальцы. Согрей их зажигалкой. Не знаю, как это будет работать. Придумай что-нибудь. Да кто там шагает? Ломик. О, слушайте. Прикольно. Хорошо, что я догадался использовать пилу. А то опять бы тут бегал. Вау, да она прям как из металла. Так, там еще что-то, по-моему, лежит. Ну, я так понял, мы сюда приперлись только из-за ломика, да? Я особо тут ничего больше так... И нет! Да уж. Окей, пошли обратно. Просто не будем идти никуда, кроме как обратно. Просто будем идти обратно. Эть! Отлично, еле допрыгнул. Давайте здесь сохранимся, пожалуй. И... Да фэшн, фэшн. Окей, у нас есть лом. Полезен, если вы пробираетесь через тундру. На ручке выбито имя Фриман. Интересно, на кого же это могла бы быть отсылка? Впервые слышу такую фамилию. Не то чтобы совсем, но здесь только старый сигнальный огонь и более утоляющие таблетки. У меня уже 20 факелов. Завещание Джо Фримана. 10 из 10. Я, пожалуй, это все прочитаю, потому что, ну блин, я не могу не отдать свою честь легендарной игре под названием Half-Life. Я Джо Фриман, оставляю все нажитое мной имущество и своей сестре Мэй, зная, что только она сможет им правильно распорядиться.
Я часто любил повторять, лучше умереть молодым, чем не жить вообще. Кажется, скоро мое пожелание сбудется. Я достаточно много знаю о выживании в экстремальных ситуациях, чтобы понять, что долго я не протяну. Джон О, мой друг, я не знаю, что с ним. Моя левая нога сломана в 3 местах, и я подозреваю, что у меня раздроблены кости таза. Угу. В общем-то, да. Так. Ага. Угу. Так, налево не поворачиваем, только направо, только хардкор. Железная шахта Б. По идее, мы пришли из хранилища химикатов. Так, пошли в железную шахту, наверное. Это нам тупо направо сейчас надо. Вот сюда. Пса что-то нет вообще. А, вон он. Слышу тебя, бро. Бро, не надо, бро. Бро, ты же мне бро. А, мы отсюда и пришли, ну да. Ну нафиг тогда. Так, побежали отсюда. Только куда? Ой. Собаки с двух сторон. Тихо. Так, там у нас хранилище химикатов, там тоже. Крематорий. Самое позитивное место на свете. Ну, спасибо. Так. Ну, давайте тогда в хранилище химикатов. Тихо, пес. Пес. Слушайте, псы какие-то багованы в этой игре. Hello, dog. Ой. О, fuck the police. Длинный коридорчик. О, нет. Нет, только не... Мне нужно запечатать. А, быстрее открой и закрой. Да ты издеваешься. Ломай, ломай. Ломай! Быстрее, ломай! О, нет. Мне конец. Я не сообразил вовремя. О, вы бы знали, как я сейчас испугался. О, май гад. У меня в амнезии такого не было. Так, тихо. Так, все, давай, не будем тормозить. Просто побежали. А, там был вот это. Быстрее. Давай, 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 побежали. А не будем ни на что смотреть, просто бежим. У нас будет достаточно времени. Кто тут вообще двери забаррикадировал? На! Ой, тихо, ой, тихо, ой, тихо! Так, о нет, о нет. А, я не знаю, придется прошвырнуться по кислоте. О, быстрее, открывайся, откройся, 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 откройся. Я не успею. Это червь, он меня проглотит. Я должен успеть. О, охренеть, она долго открывается. Слушай, что так долго-то? Я кручу как могу вообще. Он... Быстрее, да не смотри ты на это. У тебя было несколько драгоценных секунд. Давайте не будем тогда тратить время впустую, а просто... Ой, давай. Мы выиграли достаточно много времени. Тут прямо, считай, можно сказать, время идет иногда на секунды. По кислоте давай прямо. Нет времени... Да что ж с тобой все так плохо-то? Быстрее. Я должен успеть. Да я понимаю, что ты не успеешь. Давай без... Без таких мыслей плохих об этом не стоит думать, понимаешь?
Давай, надеюсь, все получится. Да что ты перестаешь крутить? В этом твоя проблема. Ты вообще странный человек. Он уже сзади тебя. Да крути, крути, что есть мочи. Он прямо сзади. А, это Unreal какой-то. Не смотри ты на это, господи. Уже давай все просто, да даже можно так по кислоте, ой, и нельзя, да ты меня уже задолбал, не смотри на это портит твою психику. Что я сейчас сказал вообще? Оп, 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 ай, ай, я тоже было надеялся, что до конца игры мы не встретимся с этим гадом мерзким, а гигантской пиявкой, чтоб тебя, а быстрее, ай, все равно умрем перед смертью, не надо, да давай ты, он знаете крутит, крутит, а потом резко перестает крутить, я вот кручу просто как могу. И он все равно перестает. Не переставай. Не переставай. Не думай о плохом. Мы сможем. Мы должны суметь. Выбор. Он сзади. Ага-га-га. Это Unreal. Я ставлю на паузу, короче. Ну и что мне теперь делать? Он... Я уклонился от его атаки, но я не уверен, что я поступил правильно. О, нет! Ну, я сделал что-то верно. Я сделал что-то верно. Я, кажется, понял, что надо было делать. Так, давай, подожди, закрой, закрой, ради бога. Так, ребят, попытка не... Пытка... А. Я просто вообще уже раз 15 пытался это пройти. Был у меня даже момент, где я супер-пупер быстро и долго крутил вентиль. Но все равно что-то не прокатило, и он там буквально вообще на маленькую щель открылся. Так, давай, надо это чем-то распилить, закрыть, открыть. Я не знаю. На! О! О, да. О, мой разум с трудом может представить все эти подвиги, которые тебе пришлось совершить, чтобы спасти старого рыжего. Я жду, что скоро ты взорвешь каменные стены моего усилища и освободишь меня из объятий смерти. А кто его там запер-то? Я так и не понял. Но я его спасу, допустим. Мне даже интересно, как он выглядит и действительно ли он рыжий. О, она уже открылась? А чё так быстро-то? Ну ладно. Я бы хотела это закрыть, знаете. Как-то... Ну ладно, неважно. Химикат. Видимо, чтобы взорвать эти самые каменные стены и освободить рыжего. Ну, я его с удовольствием спасу. Еще один химикат. Попробуем соединить? Нет. Так, откройся, откройся. Еще химикат, сохранялка. Магний, сера, хлорат калия, хлорид, фосфор, натрий. Ладно. Так, давайте сверяться со списочком. У нас есть 1, 2, 3,
4, 5, 6. А в списке у нас 6. Отлично, у нас есть 7 химикаты. Угу. Мне нужна, видимо, какая-то воронка, ну или, по крайней мере, сосуд, куда я могу это все запихнуть. Еще раз сохранимся, пожалуй. А, да, теперь можно идти. А тут что? Нет ничего? Нет? Ладно. Так. Нам нужна карта для начала. О, как раз. Так, мы сейчас... Угу. А, два поворота налево. Раз поворот налево, два поворот налево. И идем до упора. Крематорий. Позитивненько так, позитивненько. А, не настолько силен. А вот так. Ты мой рыцарь в сверкающих доспехах. Я быстро. Ты действительно так далеко забрался? Я все жду, но ничего не происходит. Я не могу вырваться из смертельной ловушки. Да подожди. Возможно, ты. Возможно, боги снова подшутили надо мной. И я обречен провести еще несколько лет в этой обители вечного мрака. Но сейчас... Может, тебя погубил мой неверный совет? И смерть схватила тебя своей костлявой рукой. Пожалуйста, не уподобляйся другим. И не бросай бедного рыжего. Да, не да успокойся ты. Ты мне 30 секунд назад звонил. Типа, о, я тебя жду. И теперь через 30 секунд говоришь, типа, ты чё так долго? Совсем охренел. Я тебе не какой-нибудь ОМОНовец, или, я не знаю, СВАТ, группа спасения, кто-нибудь. Ой. Ой. Хыть. Так, ну пошли, я уж было подумал, что тут заперто. Так. Рыжий. Рыжий, рыжий, рыжий. Я уже хочу тоже поскорее тебя увидеть, бро. Ты мой единственный собеседник. Ага, в этой комнате я могу смешать реактивы, сверяясь с книгой о взрывчатых веществах. Слив. Ладно. Химическую бомбу. Даже так? Газ. Ага, и сосуд. Сохранимся, чтобы тут ничего не нахимичь, ни хорошего. О, не зря заглянул. Итак, полный инвентарь, кстати. Начинаем. Кладем сюда колбу. Потом немного этого самого. Газ для горелки и мензурка. А газ я уже включил. Ага, значит, мне нужна мензурка. Что? А где мне ее достать? Все, что у меня есть, это чертов листочек. Мензурка, ты ли это? Это не она. Фак. Отвлеклись от дела немного. И это было даже не смешно. Листок бумаги. Я не знаю, я уже в отчаянии. Я хочу освободить рыжего. Что, где мне эту вашу мензурку, по-вашему, найти? Вашему-вашему. Газ для горелки и мензурка. Газ для горелки и мензурка. Это не ты, мензурка. Мензурка, ты или это? Да хватит, я не хотел сохраняться, честное слово. Да. Мензурка. Мензурка. Мензурка? Мензурка, ты за шкафом? Мензурка. Мензурка! Ой, сейчас как бомбанет. Слишком далеко, чтобы использовать. Слушай. Эй, а как так-то? Я сейчас все перепробую. Эта игра необычная, и тут может произойти что угодно. Так, подожди. Я не знаю, как это будет работать.
Ты успокойся, главное, и делай, что тебе говорят. Какая нахрен мензурка тебе нужна? Я уже и забыл, что это такое. Нет, я не помню, что это. Под столом мензурки нет. Где мне найти мензурку? Мензурку. Мензурку. Слушай, я не знаю, что делать. Окей, ставлю на паузу.